Хоть и поздно, давайте сделаем сегодня распаковку, чтобы уже не откладывать на завтра. Вот это мы первый раз, ну, первый раз я приехала и захожу, смотрю этот участок. Уже не на карте, а уже в жизни. Весь участок, он огражден. Есть забор такой довольно крепкий. Пытаюсь открыть дверь. Все выкладываю как есть, без всякого монтажа. Дождь, конечно, сегодня был, но думаю, дождь это ничего страшного. Сейчас я зайду и посмотрите, какой он большой участок. 415 метров квадратных. С такими видами. Так, вот этот участок от этих дверей и вон туда за домиком еще. Вот такой большущий участок. Вот там горы, но сегодня горы плохо видно. Горы, водопад. То есть получается весь огражден. Вот я прямо продвигаюсь туда вперед. Это от той березы. Вот где я стою там. От той березы. И вниз еще, и вверх еще есть. То есть довольно большой участок. Вот там. Вот отсюда начинается, где я вошла. И довольно большой участок. Он состоит из трех частей. Сейчас я покажу все.